Как обычно, едим, пьем. Ничего не изменилось. Без этого, да, ничего. Год прошел, число сменилось, ничего не изменилось. В общем, тут такие названия непонятные. Я таких ни разу не ела. Абрау Берсовина, как там. Я снимаю на чужой телефон, потому что мы поставили на зарядку. Там главное, чтобы его не спорили. Мы пообещали, сказали, там камеры есть. Да. Салат с угрём. И морепродукты с лучшим соусом. А мне куриный салат вот такой. И... А здесь есть все в горячих блюдах? Кроме цыпленка и последний стенд. Я цыпленка Марк, и... Последний. Ну кроме. Кроме цыпленка и дэн не наша. Почему ты мешаешь там отдыхать? Пойдем. Ну тогда вот это. Вырезка, да? Запущенная вырезка. Хорошо. А напитки? А напитки? А какие еще простые напитки? Где кофе? Американо. Почему? Да. Сразу? Да, а ты почему? Лет забрать у вас? А здесь по фужерам наливают, да? Что по? По бокалам вот, который 290 есть, кроме красного. Это есть. Сколько бокал, сколько там? 125. Это очень мало. 125. Давайте пока один бокал. Это вот красное или белое? Белая и розовая есть плюс. А белая полусладкая. Белая полусладкая есть. Все, и там еще я видела какую-то корзинку хлебную вкусную. Хлеб? Есть, да. Ее. Заказать? Да. Хлебушек. Да. Хлебушек, белая полусладкая, капучино, салат куриный, салат с угрём, морепродукты с рисом и... Секунду. Запеченная вырезка. Да. Спасибо. Курить не помогает, да? Ну, вообще нет. Ну, вот так. То есть, если отойти, там, хотя бы чуть-чуть. Да. Всем. Но тут нельзя, да. Снимать вокруг не могу, потому что чужой телефон там... В общем, одета такая штука, что не снимает в обратную сторону. Ну, вообще, конечно, очень здорово, ребята. Господи, как хорошо, когда вообще, да, у тебя есть много денег, и ты можешь путешествовать, бывать в разных местах, ни в чем себе не отказывать. Ну, хотя бы даже, вот я считаю, что раз в сезон выехать вот в такое место, как Абрау-Дюрсо, у меня масса впечатлений, масса. Впереди еще поющие фонтаны. Ну все, ждем заказ. Ну что, вот такой салат с угрём. Владимир нас любит, он рыбная душа. Где угорь-то, покажи мне. А, вот это он, да? А мне какой-то вот такой вот с курочкой. А хлеб там что-нибудь? Я не знаю. Он такой вот. Ну, в общем, сейчас будем пробовать.
И вот нам на второе принесли. Вова заказал себе рис с морепродуктами. Рыбная душа. Вижу только зеленый салат какой-то и рис. И вот этого какого-то сверху краба. Или кто это? Осьминог. Осьминог? А мне вот такая свиная. В общем, порции, конечно, размазаны по тарелке. В общем, свиная вырезка и морковка, и пюре. В общем, вот такая обстановочка в Абрау-Дюрсо. Тихо, спокойно играет музыка. Мы сидим. Вот там озеро, вот там. Ну, из-за дерева не видно. Из-за дерева не видно озеро. Вон туда, вправо. В общем, он мне дал вот такую ракушку еще одну попробовать. Как там надо сделать это? Ни разу так, ни разу не ела. Она не выгребается. Немножко подсобит. Вкусно? Не могу попробовать. Не могу быть вкусно. Я думала, дрянь какая-то. Такие довольно-таки. Теперь у меня две ракушки. Я возьму их домой, помою, золотую. И что я буду с ними делать? А, и не выковыривается. Еще какой-то вот рапан. Это подсаживаю на морепродукт. Непонятная консистенция, что это такое. Вот это мне понравилось. Это мидия? Рапан не впечатлил. Если это рапан. Ну что, вот так вот мы сидим. Добравлю, что? Все, пьем. За хорошее видео. Сейчас скоро будет поющий фонтан. Даже боюсь представить, что это будет за шоу. За песня. Пока прощаюсь с вами. Всем приятного аппетита.